В осенне-зимний отопительный сезон украинцы вошли с подросшими зарплатами и пенсиями. Факт отрадный, но многих тревожит вопрос, а стоит ли теперь претендовать на государственную субсидию, которая так помогала платить за коммуналку. В этом году государство уже потратило на субсидии 69 миллиардов гривен, почти как на оборону. Не сократят ли эти выплаты? Максим Урлапов расскажет, кто продолжит получать помощь, ну а кому стоит побеспокоиться. Платежки за октябрь ей уже пришли, а субсидию до сих пор не назначили. Почему? Юлия Полонская идет разбираться в управление соцзащиты. Как платить за квартиру? Женщина безработная, у нее двое детей, живет с мамой-пенсионеркой. Пенсия в 2000 – единственный источник дохода в семье. Мы считали без субсидии в прошлом году, если бы мы платили, нам выходило 3500. Заодно только отопление. Прошлой зимой приходили платежки почти на 2000 гривен. Субсидия очень помогла тогда. И если ее не будет в этот отопительный период, семья попросту влезет в долги. Без субсидии я вообще не смог. В управлении соцзащиты Юлию заверили, субсидия будет. Нужно только донести копию паспорта дочери, который той как раз на днях выдали. Вот женщине показывают распечатку. Здесь расписан размер соцпомощи. Вы будете за опалення сплачивать на 1000 гривен меньше. Также здесь размер субсидии на электричество, горячую, холодную воду, на содержание дома. Получается, что максимум, который будет платить Юлия за все коммунальные услуги, это сумма в 700 гривен. Для семьи это тоже немалые деньги, но все же это уже не 3500. 700 гривен реально. Субсидии на данный момент назначены почти половине украинцев – 6 миллионам 600 тысячам семей. Количество получателей этой соцпомощи кажется огромным, но все же по сравнению с предыдущим отопительным периодом их стало меньше – на 100 тысяч. И главная причина этому – повышение минимальной зарплаты в стране с начала года, говорят в Кабмине. Если доходы будут расти и дальше, то в субсидиях будут нуждаться все меньше и меньше украинцев. Но не означает ли это, что одной рукой государство дает человеку деньги, допустим, повысив зарплату на 1000 гривен, а другой рукой эту же 1000 забирает, лишив субсидии или уменьшив ее размер. Вот как отвечают на это в Минсоцполитике. Абсолютно неправильно рахувати, что если доходы взросли на какую-то величину, то ровно на такую же величину громадяни мають там заплатить больше. Залежность тут не пряма, и, припустимо, если доходы підвищилися там на 1000 гривен, то орієнтовно там обов'язковий платіж збільшиться там гривень на 100-150. Все зависит от формул, по которым индивидуально для каждого человека рассчитывается размер субсидии. С октября в Украине повысили пенсии 9 миллионам пенсионерам. Некоторым лишь на несколько десятков или сотен гривен, но многим на несколько тысяч. Но в любом случае на размере субсидий на этот отопительный период повышение никак не скажется. Ведь управление соцзащиты учитывает доходы лишь за первую половину этого года. Так что повышение пенсии повлияет на размер соцпомощи уже в следующем отопительном периоде, осенью 2018-го. Оці двітільки сплачувати, за них ви сплачуєте 25 гривень. Вот эта женщина живет одна в маленькой квартире, получает минимальную пенсию, а значит размер субсидии у нее большой. Вот за содержание дома даже переплата возникла. Вот эту квитанцию, будь ласка, вы себе десь покладите, ее сплачивать не треба. Не сплачивать, пишу, да? Село Шпанов, Ровненской области. Здесь субсидию получают 70% жителей. Без этой соцпомощи только за газ им пришлось бы платить несколько тысяч гривен в месяц. Мне дали субсидии 247 кубів и платить 1047 гривен. Ну, как бы я не звернулася за субсидию в сільську раду, то мне пришлось платить десь до 2000. Есть семьи, которые и вовсе платят в разы меньше. Размер субсидий увеличивается, если людей прописано много, а общий доход низкий. Людина по субсидии, в ней обов'язкова плата до 100 гривен. Пенсионеры, переважно малозахищені верстви населення, это многодетные семьи, до 100 гривен обов'язкова плата. Человек получает маленькую зарплату, уже имеет право на субсидию. А что, если при этом у него есть несколько квартир или домов, дорогая машина? Все это не является основанием для отказа в соцпомощи. И многие далеко не бедные люди этим пользуются. Ее дают практически всем подряд. А это неправильно. Надежда Онищенко работает управдомом в жилищно-строительном кооперативе. Говорит, и она, и ее коллеги в других домах видят, как люди, которые ездят на дорогих внедорожниках, по несколько раз за год отдыхают за рубежом, спокойно оформляют субсидию. Ведь официально у них минималка, а львиную долю получают в конверте. А есть те, которые, ну если дало государство, что ж не взять? Бери да пользуйся, все равно никто не проверяет.
А как проверить, я не знаю. Как поймать человека на том, что он получает черную зарплату? Субсидию могут забрать, если кто-то из прописанных в квартире сделал крупную покупку на сумму больше 50 тысяч гривен. Є декілька випадків, що люди там не вказали, що вони придбали майно, автомобілі, то в таких випадках субсидія припиняється. Но это единичные случаи. Штрафы не предусмотрены, обязывают вернуть лишь ту сумму субсидии, которую зажиточные граждане успели незаконно получить. На улице с каждым днем становится холоднее. Сколько придется платить за тепло? Социальные нормативы на отопление и на газ в этом году уменьшили. И это в первую очередь коснется людей, которые получают субсидию. Если в прошлый отопительный сезон им на 1 метр квадратной площади давалось 5,5 кубометров газа, то теперь норму уменьшили до 5 кубов. А тем семьям, у которых централизованное отопление, раньше давалось 5 сотых гигакалории на квадратный метр, теперь же лишь 4 сотых. Вся надежда на теплую зиму. А если у вас котел, нужно будет экономить газ. На день включаю, на ночь выключаю. Так, получается, экономлю. В прошлом году, до того, как соцнормы сократили, Татьяна Васильевна могла использовать по субсидии 500 кубов газа. Теперь 450. За все кубы сверх нормы придется платить самостоятельно. Сможет ли экономить, пока не знает. Ну, хотя бы 500 кубов, хотя бы. Это так, это не шикующий, а просто такая как бы средняя температура, где-то, ну, до 20 градусов. Хотя бы 500 кубов. Хотя, говорит, в прошлые зимы, когда на улице неделями держалась плюсовая температура, ее соседи, чтобы использовать все назначенные им по субсидии кубометры газа, включали котел на максимум. Открывали окна и проветривали, потому что было жарко. В прошлые годы нормативы были завышены, поэтому их сократили, говорят в Минсоцполитике. Новые нормы будут стимулировать разумно расходовать газ. Тем более, что сэкономленные в одном месяце кубометры автоматически переносятся на следующий месяц. Припустим, у нас листопад досить теплый месяц, так? А социальный норматив там передбачений, ну, умовно, скажем, 300 кубов газу на цей месяц. Ну, семья використала только 200. Вот эти 100 кубических метров в ней переходят на грудень. И в разе, если грудень уже будет холоднее, она имеет возможность их использовать. А хватит ли денег государству, чтобы профинансировать все субсидии? Верховная Рада на этой неделе уже выделила на эти цели дополнительные 7 миллиардов гривен. И в общей сложности программа субсидий обойдется государству в этом году почти в 69 миллиардов. Это сопоставимо с расходами на оборону. Но эти деньги все же пошли на нужды обычных людей, а не на оплату коррупционных схем. Зменшить цену на газ мы не можем. До старой схемы дешевых тарифов и дотувания НАК «Нафтогазу» с бюджета напрямую мы уже не повернемся. Уряд сам не піде, и кредиторы нам не дозволят. Повысить стоимость газа до уровня цен на мировом рынке – это было одно из ключевых требований Международного валютного фонда. Украина выполнила его и одновременно ввела программу субсидий. Вот только теперь голубое топливо на мировых рынках подорожало еще больше. И Украина в рамках договоренности с МВФ тоже должна поднять цену на газ. Если это случится, за субсидиями обратятся еще больше людей. Впрочем, в правительстве уверяют, повышать стоимость газа пока не будут. Ищут компромисса с МВФ. Максим Урлапов, Владимир Николаевич, Виталий Поляков. События недели.